Белые скатерти сегодня накрывают и в Резекне. Город начинает празднование столетия Латгальского конгресса. В сердце Латгалии находится наш специальный корреспондент Анастасия Дьяконова, и мы выходим с ней на связь. Добрый вечер, Анастасия. Что происходит сегодня вечером в Резекне? Добрый вечер, Ромаль, добрый вечер, телезрители. И, как видите, за моей спиной белые скатерти сегодня и в центре Резекне. И накрыты они прямо на фестивальной площади. Но нужно сказать, пока что столы еще пустуют. Просто потому, что гостей приглашают сюда к 20-30, то есть еще впереди целый час, чтобы прийти сюда с корзинками, пообщаться, познакомиться. Ну, а о настроении обещали позаботиться организаторы. Здесь установлена сцена и будет проходить концерт. А пока на экране идет трансляция другого концерта, который сейчас проходит в концертном зале Горс. Ну и нужно сказать, что Резекне в эти дни находится не только в центре Латгалии, но и в центре внимания всей Латвии. Потому что в эти дни здесь отмечают не только 4 мая, но и 5 мая, день столетия Латгальского конгресса. И специально к этому мероприятию изменился и сам город, и даже концертный зал Горс, который находится за моей спиной, приоделся. На одной из его стен появился большой плакат. Ну и для тех, кто собирается в эти дни посетить Горс или хотел это сделать, нужно считаться тем, что будут проходить здесь официальные мероприятия и повышенные меры безопасности уже сегодня. Все входы закрыты, кроме двух, для представителей СМИ и для тех, кто приехал на концерт. Сюда пускают только по приглашениям. Все дороги вокруг перекрыты, везде полиция. И даже перед мероприятием сюда прибыли кинологи с собаками, обыскивали все здание. Все потому, что на праздничный концерт, посвященный столетию Латгальского конгресса, прибыли самые высокопоставленные лица нашего государства. Здесь и премьеры, и президент, и спикер Сейма, и наши парламентарии. Концерт пройдет, после него те, кто прибыли на концерт, придут и сюда, на площадь, на праздник белых скатертей. Но нужно сказать, что основные мероприятия начнутся уже завтра утром. Во-первых, нужно считаться с ограничениями движения в Резекне, потому что будет проходить шествие, будет открыт памятник, посвященный столетию Латгальского конгресса, и площадь. Ну и вечером начнется такое необычное мероприятие. Всю ночь здесь будут говорить по-латгальски. Что это означает, мы расскажем уже завтра. Наша съемочная группа продолжает работать в Резекне. Мы выйдем с вами на прямую связь в спецвыпуске в 14:30. Ну, а я напомню, что концерт, который сейчас проходит в Горсе, в прямой трансляции можно смотреть на первом канале латвийского телевидения. Так что, как только закончится наш выпуск, обязательно переключайтесь на ЛТВ-1.